что, сегодня опять рубрика «Пожми полтос», и я пригласил знаменитого гостя, как вы просили. Вот, это Макс Шатун, все его знают, он сейчас во всех кинофильмах, везде, на любой канал переключишь, он везде. Меня не выгнать. Именно поэтому я хотел хайпануть, наверное. Но на самом деле, Макс, спасибо тебе огромное, что согласился. Спасибо тебе, всегда рад. Сколько ты весишь еще? 130 там с копейками, ну ближе к 140. Почти как голуба, Димон, смотри, твой конкурент. Правила такие, ага. Никаких правил. Отлично. 50 правило. Килограмм, жми как хочешь, хочешь отбивай, хочешь с паузами делай. То есть, единственное, не, не клади на грудь. Ну, то есть, чтобы отдохнуть, положил на грудь, отдыхаешь, не надо. И мне просто интересно, сколько ты пожмешь в возраст какой сейчас? 50. Вот. Ну, будет, вот. А выглядит на 35. То есть мне 54, смотри, он реально выглядит моложе. Сукин сын, а смотри, какой ты. Я сильнее. Ну, что-то жрет, что-то это. Ну, короче, смотри, когда готов. Да я готов. Ты же разминаться будешь, как нет, ты сказал? Нет, слабые разминаются. Слабые разминаются, он сказал. Давай. Будем считать. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 80. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 100. Давай. Не, я отдохну. Отдохни. Ты просто тут уже на рекорд пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Бля, охренеть, блин. 120, да? Да. Блин, это охерительно, я тебе скажу, потому что последний жал люберецкий рекордсмен, он сделал 100, 101. Толя, видишь, как машина какая у тебя бежит. Ну что я могу тебе сказать? Охренительно. Просто форма у надо тебя... Надо заниматься спортом. Да, да, и это самое, будем готовить по бодибилдингу Макса на осень. На осень. Слушай, огромное спасибо. Значит, для твоего возраста результат, мне кажется, это катастрофический. Катастрофически рекордный, блин. Вот, а это был Макс Новоселов. Спасибо всем. Здесь будет его инстаграм. В принципе, он и нуждается, у него и так 1 000 000 подписчиков. Все равно приходите, смотрите. Будет какой-то бой следующий, когда там? Через 1.5 месяца. О, будем следить. Спасибо огромное, дружище. Да, ну ты машина просто. А я думал, тебе лет 36, что-то. Нет, 50 будет через в июне. Слушай, вот я постоянно слежу за тобой, ты постоянно вот приезжаешь, и у тебя там медведь. Вот ты борешься с медведем. Да. Что за медведь? Причем, знаешь, я тебе скажу, как это не один медведь, разные медведи. Вот, а там есть побольше, есть поменьше. Комплектация разная. Так они тебя знают с малолетства? Они меня вообще не знают. Вот. Скажем так, я познакомился с ними, когда им было уже по 4, ну, по 3,5-4 года. Он же убить может, он же раз. Он может, знаешь, скальп этот снять. Медведь, он, знаешь, как он не дрессированный, да? Он просто вырос, ну, там у знакомых парней в лесу его поймали медвежонком. Просто рос, их там несколько. Медведи, там медведица, медведь. А, и вот, знаешь, он как человек. Ну, он, то есть, любит побороться там. У него есть когда-то там определенные дни агрессия, да.
есть там не настроение, то есть, ну... Не, ну ты каждый раз, когда входишь в клетку, ты же рискуешь. Я каждый раз получаю травму, я это не показываю. Да, ну что видно, тебе да. Рубашки рвет, блин, или за башку, блин, что-то... То череп раздерет, то ногу, то плечо. Офигеть. А надо бы показывать, а что ты не показываешь? Ну, а то у меня такое впечатление, думаю, ну он, наверное, с ним игрался, когда он там маленький был, хотя я тебе помнишь, там все время пишу, но я на самом деле, это пипец, я просто... Не, знаю. Медведь, знаешь... Это все равно хищник, как бы. Ну, конечно, хищник, я про это и говорю. И он, знаешь, он чувствует, он реально с тобой играется, да? Ну, он как бы дает тебе выразиться слабину, самому. Да, да. Слабину. Опять же, он чувствует, у нас просто, ну, много людей, которые, ну, как много, есть знакомые там, которые говорят, а, давай я тоже выйду. Ну-ка. А медведь, он, знаешь, чувствует, если ты слабый, он тебя просто приминает, дает тебе понять, что... Издевается, да, он тебе дает понять, что давай, иди занимайся, да. Слушай, ну, блин, это, конечно, интересно. Да, береги себя. Да, пусть медведь тоже бережет себя. Да. Будем смотреть. Окей.